Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и Яви. Сегодня у нас вот такой вот узорчик, девчонки, смотрите, какая прелесть, лето у нас на носу, вот такой вот объемный, дырчатый, вот прям вижу его, из него какой-то джемпер, пуловер из хлопка, да, это лицевая его сторона, вот это не пышная резинка, хотя на первый взгляд кажется очень похожей на пышную резинку. И изнаночная сторона вот так вот тоже красиво очень смотрится. Итак, число петель должно быть кратно 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 2, 2, 2. Первый ряд. И все нечетные ряды мы вяжем вот таким вот образом. Провязываем 2 петли вместе лицевой и накид. 2 петли вместе лицевой и накид. 2 петли вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой, накид. И последняя кромочная и изнаночная. Это первый ряд. Второй ряд. Первую петлю кромочную снимаем. Далее накид провязываем лицевой. Изнаночную. Вот следующую петлю снимаем не провязанной нить перед петлей. Далее уводим нить опять назад. Накид провязываем лицевой, перемещаем нить вперед, снимаем следующую петлю, не провязанная нить перед петлей. Лицевая, сняли. Лицевая, сняли. Кромочная, изнаночная. И далее повторяем все с первого ряда. Всего 2 ряда у нас узор. Здесь 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. Вот и все. И так повторяем, повторяем, повторяем. Четный ряд у нас. Накид провязали лицевой, петлю сняли не провязанной нить перед петлей. Лицевая, сняли. У меня здесь узелок. Лицевая, сняли. Лицевая, сняли. Кромочная, изнаночная. Все. Весь узор. А получается вот такая вот шикарная красота, которую я 100% использую. Где-то она у меня будет. Вот я так вижу в летнем варианте. Вот. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.